В шахтах пятеро подростков разбились в ДТП на каршеринговом автомобиле. Два подростка погибли, трое получили тяжелые травмы после ДТП. Инцидент произошел в четверг, 14 июля, около 11 часов вечера, в районе дома номер 56, на улице Красинской. По предварительным данным, 16-летний подросток без прав взял в аренду каршеринговый автомобиль марки Volkswagen Polo и повез на нем кататься пятерых друзей. Но мальчик превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего машина влетела в дерево и многоэтажку одновременно. В аварии погибли двое 16-летних друзей водителя. Школьники скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, а сам водитель и двое его 18-летних приятелей остались живы, но получили различные травмы и были госпитализированы в Шахтинскую ЦРБ. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются причины и условия аварии.